Друзья, всем привет! С вами снова я, Николай Чистяков. Сегодня опять же делаем натяжные потолки вот в такой квартире. Пустая квартира. Делать буду я один. Так, три потолочка, комната, коридор и санузел. Так что досматриваем все до конца это видео. Всем приятного просмотра. Погнали! Закрепляем лазерный уровень. Закрепили. Ставим уровень. Ищем центр. Так, простреливаем по кругу. Так, ну все, идеально. Все. Так что все, можно начинать багетить. Багетить мы начнем вот с этого угла. Так, ну и так, друзья, для начала запиливаем, как всегда, первый угол произвольно, примерно посередине. Примерно посередине запилили. И начинаем крепить. Крепим его вот так вот. Поставили. Возьмемся. Думаю, что-то вроде как не очень кирпич. Значит, на синюю пробочку поставим. Так, саморез. Включаем свет. Свет для чего включаем? Хоть тут и светло, но свет включить надо для того, чтобы если попал в провод, тебе видно будет, что свет вырубится. Автоматы выщипнут, перекат, короче, но свет погаснет тоже. И уже видно будет, в каком отверстие искать прорыв. Забурили отверстие, потом начинаем закреплять. Или пробочки по-другому. Забили. Теперь берем саморезы и начинаем так же. Один за другим крутить. Не держит. Закручиваем второй саморез. Это чтобы багет не оттягивало от стены. Приходится по два, по три, а то и более саморезов пихать. Так что как-то так. Делать надо на совесть, чтобы заказчики потом не жаловались и пальцем не тыкали, что монтажники недобросовестные люди. Одну багетину закрепили. Вторую отпиливаем. Так, а я тут не раз. Крутим.
лазер. Лазер повернули. Сейчас еще раз покажу, как замерить и отпилить, подпилить угол багета. Вот ставим по полосе, рисуем и в сторону угла отступаем сантиметр, рисуем полоску и пропиливаем, не отпиливаем, а пропиливаем. Так, пропилили заднюю стенку багета, все. И укрепляем. Заводим за трубу. Так, здесь вот в коридоре такой шкафчик. Вот. Нам придется здесь закрепиться на брусок. Сейчас закреплюсь. Ну, начну и покажу вам, как это делается. Так, вот, друзья, сейчас будем делать сюда брусок. Тут расстояние у нас 137. Вот этот угол запилили багета. И от угла, короче, от этого отмечаем, если там 137, 136 отмечаем и пропиливаем. Так, 136 и сейчас померим. Сейчас мы это закрепляем на брусок и потом этот брусок на уголки закрепим на потолок. Так, ну вот так вот крепим багет на брусок. Так, дальше что делаем? Брусочек с багетом прикладываем сюда и чертим полоску по бруску, чтобы нам... Так, вот раз. Где нам закрепить уголочки. Все, полоску прочертили. Убираем пока брусочек и начинаем крепить уголки. Отверстия сделали, все. Теперь крепим уголочки. Закрепили. Теперь все по лазеру крепим брусок на эти уголки.
раз. Закрепили. Теперь крепим багет. Багет видели, как крепится. Так, все. Тут мы приготовили. Закладная под люстру. Багет, брусок, все на месте. Идем дальше. Багетим ванную. Плохое отверстие, надо туда закрепить саморезик. Так, подкрепили. И перепиливаем туда. Друзья, успевайте, подписывайтесь на канал. Интересное все только впереди. В конце видео увидите весь интерес этого всего видео. Весь кайф. Вот, друзья, хотел еще загадку загадать вам. Кто знает самую похабную песню Советского Союза? Пишите в комментариях, что это за песня. В советское время она звучала постоянно по телевизору. Кто-то может и не поверить, что
похабщина была в Советском Союзе. Когда я вам назову эту песню, вы просто обалдеете, что она действительно так и есть. Не знаю, кто ее, конечно, написал, эту песню, но по-любому не знаю потом, кто ее написал. Но песня такая существует. Сейчас уже никто ее такую не поет. Потому что передачи уже такой нету, как раньше. Многих передач сейчас нет на телевидении. Все поменялось, мир меняется. Даже люди меняются. Никогда бы, конечно, не подумал, что буду натяжными потолками заниматься. Думал, всю жизнь отработаю на тракторе в колхозе, блин. Колхозы развалили. Не дали поработать в колхозе. Сейчас посмотрим, до чего пандемия это доведет. Я так думаю, до хорошего ни до чего точно не доведет. Но что-то будет. Хорошее или плохое все равно будет. Так, ну все, начинаем тянуть. Так, вот этот угол зацеплен, с
все по диагонали. Тянем следующий. Сейчас быстренько полотно прогреем. Две стороны. Так, поставлю, чтобы вам видно было обе стороны.
все, давайте посмотрим. Все вот натянуто. Тут натянуто. Здесь натянуто. Все, ставим заглушечку. Так, ну теперь, как всегда, ставим заглушку. Вырезаем 45 градусов. И втягиваем ее. Ну и что там? Кто еще не подписался на канал? Успевайте, успевайте, подписывайтесь, потому что сейчас все самое интересное будет в ванной комнате. Там самое-самое интересное, что у меня было, блин, на этих монтажах. Такого кайфа еще ни разу не было у меня. Так что успевайте, успевайте, жмите на кнопочку, жмите, жмите. Пока я заглушку здесь ставлю, давайте. Все идет по плану, да? Все, отрезаем заглушечку. Зарезаем также. У нас 45 градусов. Так, хлоп, хлоп. Зарезали. Второе. Вторую сторону также. Так. Ну все, вот так вот продолжаем ставить заглушечку. Это уже видели, как заглушка ставится. Скоро пойдем в ванную. Итак, друзья, все, в этой комнате мы поставили заглушечку. Всю лампочку повешали, вот такую Ильича. Сейчас идем в коридор. Сейчас будем в коридоре заглушечку ставить. И потом переходим в ванную. Так что успеваем, успеваем, подписываемся, подписываемся. Так, а я пока ставлю заглушку. А вы щелкайте, щелкайте, жмите на кнопку. Потому что самое интересное будет в ванной. Я даже дверь закрыл туда, чтобы вы не подглядывали из-за угла. Не вложили. Сейчас все нормалек. Все нормалек получилось. Осталось от три стенки. Идем в ванную. Самую большую комнату. Самую интересную. А пока ставлю на паузу и встретимся в ванной. Так, ну что, друзья, самый волнительный момент. Вот, зашли мы в ванную уже. Вот, сейчас, пока я ставлю заглушку, вы успеваете подписываться на канал, а потом вы увидите, что я хотел вам показать. В чем вся фишка будет этого интересного видео. Сейчас отрезали на 45 градусов, зарезали. Ну а про самую похабную песню, кто знает, пишите в комментариях. Тоже в Советском Союзе за песня такая была.
похабное, что даже на телевидении не звучало. Многие, я думаю, знают, конечно, ответ. Потому что это, да, конечно, загадка еще из, скажем так, из детства. Я не думаю, что все могут знать ее загадочку. Сейчас другую похабщину поют. Ну вот, те времена пели, пели и пели. Тем более, еще даже по телевизору пели. Так что думайте, думайте. Ответ напишу в комментариях, кому интересно. Блин, анекдот вспомнил интересный, но он слишком длинный. Слишком долгий. Это надо целое видео записывать для этого анекдота. Надо будет его записать, этот анекдотик. Нравится мне он, этот анекдот. Подписывайтесь, расскажу и вам. Анекдоты все из детства. Ну как сказать из детства? Он не детский анекдот, он взрослый. Из детства. Взрослый анекдот из детства. Хорошо звучит, да? Где-то смешно. Кому скажи, блин. И приведи. Иностранцам не поверят. Не поймут, вернее. Иди, не поверят. И никому не понять. Это же только русские могут. На чертаке разговаривать. Как в армии. В армии ведь матом не ругаются. В армии матом разговаривают. Да так же, как и на работе. Не знаю работу такую, где матом бы не разговаривали. Все свои. Где приходится выражовываться, не выражаться, а выражовываться просто-напросто. Так, вот. Последняя сторона осталась. Последняя сторона заглушки. Что, надо ее помедленнее, наверное, ставить, да? Заглушку. Потому что еще многие не подписались. Подписываемся. Подписываемся на канал. Потому что уже последняя стена заглушки ставится. И я, говорю, подожду тебе то, что ты 10 лет не видел, да? Сало, 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 да? Оп, отрезали. Теперь. Так. Это было очень прикольно, да? Вот, друзья, все. Закончил я. Вот ты смотрите. Вот. Видите? Вот он потолок. Опа! Голый потолок. Вообще без ничего, короче. Я таких еще ни разу не видал. Ни светильников, нифига.
Так что, друзья, все, кто подписался на канал, большое спасибо. Я с вами надолго не прощаюсь. Просто говорю пока и до новых встреч.